Добрый день всем. Сегодня у нас 22 сентября 2023 года. Ну и мы тут, вон Райка у меня, видите, как это называется-то, глаз, мороженку собачью кушает. Вот Жан-Люк ему опять что-то тут сделал, он там ищет. Райко, 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 Биби, Райко. Не любит он камеру, не любит сниматься. У меня попросили его снимать, а он это вот... Ну, не любит совершенно. Ну, что хотела сказать, я вам рассказать сегодня. Вчера у нас такая буря, знаете, бушевала ночью. Прямо настоящая буря. Был ветер сильный, ураганный. Вон, видите, листья все посрывало с деревьев, с этой стороны. Вот особенно с той стороны, вот не с этой, с которой я вам показываю, а сторона была юго-запад, мне сказал Жан-Люк, юго-западная сторона, ну, более южная такая. С той стороны дул ветер ужасно сильный, прямо завывал. Дождь был проливной, все промыло, все прочистило, так скажем, у нас. Вот, и сегодня такое после бури солнце. Ну, тепло я бы не сказала, где-то градуса 21, но нормальная такая хорошая температура. Все промокло у нас, видите, мы его расправили, этот шатер, он весь промок у нас. Сейчас вот будем обедать, перед обедом я решила сделать небольшое видео, снять. Ой, солнце прям такое хорошее сегодня, ласковое, можно сказать, солнышко. Вот, хотя мы тепло одеты, тут куст мой гортензии стоит, тоже весь его прибило. Ну, будем скоро его обрезать. Ну, вот у меня ходит тут довольный Райко. Бегает, смотрит. Ну, а что я хотела вам сейчас рассказать, сейчас я вам покажу. Пошла сегодня я опять в этот магазин свой, в который я все время хожу. И опять увидела коробку. Помните, я рассказывала, там такая стоит у нас коробка. Так уютненько, уютненько нам все закрыли, чтобы просушить наш шатер. Так вот, коробку с посудой сегодня я опять нашла. Помните, я когда-то показывала вам, я купила вот такой вот молочник. Это из лиможский фарфор. Вот. Ну, такой не то чтобы старинный-старинный, но, в общем, симпатичный довольно-таки. На мой взгляд, изящный. И вот в прошлый раз я вам сказала, рассказывала, что я тоже там нашла. Сейчас я этот стакан уберу, потому что уже готовимся к обеду. И нашла я там вот такой вот помыло, кстати, его. Видите, как сервиз, видимо, раньше был. Как это, сахарница, вот. Но она без крышечки. Довольно-таки симпатичная, не треснутая, не сколотая. Тоже клеймо. Клеймо Франция Лимож. Ну, все так точно такое же, видите. Вот. Думаю, крышечку, может, где-то потом и подберу. Бывает, вот ходишь тоже на этих всяких глашинных рынках, можно подобрать и прочее. В общем, короче говоря, нашла я ее. Может, правильно, как мне Галина подсказала, цветы в нее поставить. Будет очень красиво смотреться. Ну, букетик цветов или еще что-нибудь посадить. Может быть, цветочки в какую-то маленькую емкость. И тоже будет очень красиво. То есть... Ну, использовать можно как декорацию для сада или еще куда-то. Короче говоря, приятная вещица, на мой взгляд. Вот. И еще там я нашла, мне Жан-Люк тоже говорит, зачем ты это все берешь, у нас столько посуды. Кстати, вот это тоже я покупала как-то на блошином рынке, видите, корнишоны. Ну, вот. Корнишоны здесь и храню в холодильник, в холодильнике. Ну, вот, видите, корнишоны и храню. Вот. Довольно-таки симпатичная. Жан-Люк просто попросил к обеду достать корнишоны, я их и достала. Ну, а купила еще, смотрите, такую, купила, взяла, бесплатно нашла. Смотрите, какой символом нашей Вандеи. Глиняный вот такой вот, ну, как же это сказать-то, боль. Чашечка, наверное, да? Он говорит, можно утром в нем, они очень любят французы, кофе с молоком, и они туда, ну, обмакивают кусочки, допустим, круассан или пан шоколад, шоколадный хлеб. В общем, короче говоря, вот так вот. Вот, а сейчас я, в общем, короче говоря, сегодня я вам такое, ну, видео делаю немножко такое спонтанное, потому что подумала, думаю, почему бы не поделиться с вами о том, что я тут нашла опять. Красивый, кстати, здесь вот символ Вандеи. В следующий раз я, наверное, буду искать еще что-то похожее для себя. Возьму это вот для Жан-Люка, потому что ему очень понравилось. Потом уже, когда я взяла и показала ему дома, говорю, ты посмотри, как красиво. Он говорит, да, действительно, вот. Сейчас я ему туда рагу
добавлю, вот положу, будем кушать. И он, у нас сегодня рагу соте, соте из свинины, так скажем. А соте из свинины я купила в такой вот банка. Видите, какая. Собственно говоря, из-за банки-то и взяла. У нас в Андее тоже это артизанали, то есть это, как это сказать, от производителя, соте от производителя. Нас-то здесь делают. Купила из-за банки, потому что мне нужна вот такая вот баночка, видите, симпатичная, для варенья добавлять. Я варила варенье, у меня оказалось, что нет банок. Ну и, в общем-то, так по случаю увидела, что продается вот это соте из свинины. Кстати, очень вкусно пахнет и очень вкусно, и такое, в общем-то, хорошее, произведено во Франции, видите, французский флаг. И, короче говоря, купила, потому что вот два. И попробуем сейчас с Жан-Люком, ну и, соответственно, я потом использую эту баночку симпатичную для варенья, короче говоря, два дела сделала. Ну, вот такие вот, такой обзор у меня сегодня, небольших таких вот находочек. Ну, можно сказать, блошиный рынок, что ли это. Именно бесплатно там все добавляют. Не то, чтобы выбрасывают, выбрасывать жалко. Они просто складывают туда, и можно брать. Я еще спросила, они говорят, да, бесплатно все это. А это вот, смотрите, тоже интересно. Вот эта баночка закрывается вот на такие штучки. Вот тут уж как она закрывается. Клипсы вот такие, в общем, короче, я потом разберусь. На две клипсы. Вот так. Ну вот, захотелось показать, какая вот это как бы консерва, да, получается. Ну вот такая вот, вот разогрела я, видите, мясо. Получилось здесь и мясо, и морковка, видите, какое красивое все. И суп, как суп получилось. То есть это я вот о том, какой, ну какой, в общем-то, от артизан, от производителя соте продают, видите, какое. В общем-то, и стоит достаточно прилично за баночку. Очень вкусный такой запах, ароматный, без всяких добавок, без каких-то, ну, консервантов. В общем, очень-очень неплохой. Ну, вот так. Приятного аппетита всем, ну и нам тоже. Пока-пока. До следующего видео.